Друзья, всем привет! День сегодня получился не идеальный, но кое-что удалось. Несколько стопов было перед тем, как я уселся в этот шорт. Стопы были, ну, собственно, там 50-50, то есть где-то я сам косанул, а где-то, ну, реальные сигналы были, нужно было работать. Но попытаемся вот посмотреть вместе с вами эти вещи, что у нас там происходило. Ну, уровень у нас вот есть, за уровень вылетели, бросили объемы, я сразу зашел. Поспешно здесь, ну, поспешка. В любом случае, поспешка. Правда, стоп был очень короткий, то есть мы тут, по идее, если бы пошли, должны были сразу. Поэтому за вот эти локальные хаи я его поставил, меня отстопило. Дальше нарисовали совершенно внятную картину. То есть, да, локальная проторговка, ложничок небольшой, к ней я снова перезашел. Еще раз мы здесь поднакопили, из этой накопления вывалились вниз. И вот здесь, конечно, ну, нужно было в безубыток переводить сразу. Если бы я не отвлекался там сильно, да, то я бы так и сделал. Но вот, к сожалению, у меня этого не получилось, поэтому стопануло. Но я поясню, почему. Потому что, во-первых, ну, скажем так, если мы отрабатываем V-образный ложняк, да, то, что я люблю больше всего работать к уровню, то у нас же касание должно быть, то есть подтверждение уровня. Если у нас здесь оно есть там где-то, да, на истории, вот эти подтверждения еще этого уровня, здесь, здесь, потом ложный мы к нему рисуем, то вот это касание, это вот эта вот часть, да, как бы мы уровень подтверждаем, да, то есть у нас где-то здесь были касания, здесь у нас были касания какие-то, ну вот так вот как-то, допустим, да. Вот, поэтому получается, что если это касание, то это у нас вторая вершина. А вторая вершина у нас, она может быть, мы же знаем, какая, она может быть, вот такой она может быть, да, то есть мы можем еще там, как бы, перехаить вполне. Поэтому вот здесь вот сигнал еще был, и нужно было его работать, и объемы здесь были, и время подходящее, и все. И, собственно, я здесь зашел. Но то, что вытащили сразу сюда, мне вот это не понравилось. По идее, здесь другая картинка должна была быть. Мы должны были сразу пойти куда-то сюда. Вот, а не задираться опять наверх вот здесь. Мне это не понравилось, я здесь вышел в плюс один. Но и следующее, опять же, я ждал, что думаю, ну вот сейчас уже, наверное, как бы наверняка, то есть вот это накопление, из него вниз подвыскочили. И на тесте я вот здесь пытался встать, и все равно, видите, задрали на самый верх. Задрали, и только там начали рисовать какую-то такую кривую накопительную колбасу, наклонную, непонятную, да, вот эту вот всю штуку. Вот, из нее вышли вниз, и на тесте я вот здесь вот встал, и вот это здесь вот получилось зайти уже и посидеть. И выходил я, соответственно, на дневных лоях сегодняшних. Но я не хотел выходить, мне пришлось. На самом деле не хотел я там выходить, хотел посидеть, но что-то уж больно как-то картинку начали такую рисовать, какую-то напряженную, да, вот. А если учитывать то, что на хаях у нас не было особо ни объемов никаких, ничего, то есть мы разворачивались-то так, как бы в пространстве, просто в воздухе, то ситуация, конечно, у нас, да, касание, ну, в общем, лои дневные. Дальше мы под них сваливаемся на вот этих объемах. Вот. И вот это показываем движение вверх. Причем час закрывается внутри диапазона вот этого. Вот, да. Вот у нас диапазончик здесь есть. И на тесте я выхожу. Не только я выхожу, а ну, видите, как все проваливается буквально на 30 тик еще. То есть не 56, а 86 можно было тут закрыться. Но, как говорится, если бы ДКБ, да. Вот. Ну и все. А дальше вот, ну, то, что мы сейчас видим с вами. Постепенное сползание. И выходить, конечно, я не буду. Перед клирингом спрыгну, потом еще перезайду. И хочу посмотреть, что завтра будет. То есть, по идее, если я правильно поймал, то там, ну, несколько дней снижения должно быть, как минимум. Поэтому там до каких-то, ну, до каких-то там таких понятных мне
отметок недалеких, вот, относительно потенциала этого, да. Но я постараюсь посидеть. Просто самому интересно, посмотрим вместе с вами, что из этого получится. Поэтому на сем у меня все, друзья мои. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем огромное спасибо, удачи, успеха, до новых встреч и пока.